Как мы решились на жизнь в доме на колесах? Я бросил все ради жизни в доме на колесах, чтобы путешествовать и снимать видео на YouTube, а моя жена меня в этом поддержала. Как так получилось? Однажды мы арендовали дом на колесах на 7 дней. Мы попробовали, каково это, и влюбились. Приехали, это соленое озеро, первый снежок и риск. Не прошло и полгода, как мы решили, нам нужен наш собственный дом на колесах. Приехали. Мы выбирали очень долго. Ездили по разным городам, торговались, меняли агентов. Но в итоге нашли наш дом мечты. Но он был намного выше нашего бюджета. Наш бюджет был 23 тысячи долларов, а цена дома мечты 35. Сперва я думал взять кредит, но Ирис родители были не согласны, и в итоге одолжили мне недостающую сумму. Долг я отдаю до сих пор. Это была лучшая покупка в нашей жизни. К тому же я всегда мечтал быть блогером и путешествовать по миру. Рискнули бы вы бросить все ради жизни мечты? Каково живется нам в домике мечты, можно посмотреть у меня на YouTube. Там много видео с нашего путешествия.